Вы не могли бы подписать мою петицию? Интересно, скажет ли он эту фразу из Виллиса? Может быть, если я попрошу? Я уверен, ему это нравится. Привет, вы... Вы не могли бы подписать мою петицию? Ни за что! Я ненавижу вас, чертовы либералы! Ты, должно быть, шутишь, придурок! Привет, вы не подпишете мою петицию? Мне очень жаль. Черт! Полегче! Лежать, если... Вы не могли бы подписать мою петицию? Мне очень жаль. Ты, должно быть, шутишь, придурок. Привет, вы не подпишете мою петицию? Мне очень жаль. Черт. Привет. Привет. Еще что-нибудь? Вы не могли бы подписать мою петицию? Ни за что! Я ненавижу вас, чертовы либералы! Ты, должно быть, шутишь, придурок! Лежать! Прохожу насквозь.
Вы не могли бы подписать мою петицию? Спасите деревья, сжигайте книги. Нет, вы не подпишите мою петицию. Мне очень жаль, мне должно быть шучу. Вы не могли бы подписать мою петицию? Мне очень жаль. Черт. Эй, идиот. Привет, вы не подпишете мою петицию? Мне очень жаль. Ты, должно быть, шутишь, придурок. Вы не могли бы подписать мою петицию? Привет, вы не подпишете мою петицию? Ни за что. Я ненавижу вас, чертовы либералы! Черт! Вы не могли бы подписать мою петицию? Мне очень жаль. Ты, должно быть, шутишь, придурок. Привет, вы не подпишете мою петицию? Лежать, если не хотите. Полегче. Смотри по сторонам. Эй, смотри, куда идешь. Я могу вам чем-нибудь помочь? Привет. Привет. Еще что-нибудь? Конечно. Это будет 10 баксов. Вот, возьмите. Заходите еще. Отлично. Извините, но вам придется встать в очередь. Сьюза, привет. Привет. Как дела? Бывало и лучше. Пожалуйста, тише. Пожалуйста, тише. Пожалуйста, нет. Пожалуйста, тише. Тише. Или я сам уложу вас. Пожалуйста, тише. Привет. Вы не могли бы... Привет. За просроченную книгу штраф $40. Да пошел ты. Мне очень жаль. Не могу поверить, что происходит. Лучше я оставлю это себе. Я думаю, это нужная вещь.
хуже, чем зубная боль. Бросай оружие, или я буду стрелять. Это может мне повредить, но я ж чувствую себя потрясающе. Привет. Привет. Как поживаешь? Неплохо. Рада слышать это. Еще что-нибудь? Возможно. Это будет $20. Что? Извините, но вам придется встать в очередь. Лучше я оставлю это себе. Извините, но вам придется встать в очередь. Я думаю, это нужная вещь. Потрясно! Привет. Эй! Еще что-нибудь? Конечно. Это будет 20 Полегче. Баксов. Так, этого должно хватить. Спасибо. Большое спасибо за покупку. Превосходно. Спасите деревья, сжигайте книги! Спасите деревья, сжигайте книги! Вы не могли бы подписать мою петицию? Ни за что! Я ненавижу вас, чертовы либералы! Ты, должно быть, шутишь, придурок! Привет, вы не подпишете мою петицию? Ни за что! Я ненавижу вас, чертовы либералы! Черт! Да! Это будет 10. Что? Баксов. Эй! Так. Эй! Этого должно хватить. Вы не могли бы подписать мою петицию? Превосходно. Мамочки! Я могу вам чем-нибудь помочь? Да пошел ты. Привет. Привет. Еще что-нибудь? Да. Это будет $10. Вот, возьмите. Большое спасибо за покупку. Потрясно!
Я могу вам чем-нибудь помочь? А не пошел бы ты в задницу. Привет. Что? Привет. Еще что-нибудь? Мамочки. Да. Это будет 10 что баксов. За эй? Так. Что? Этого должно хватить. Да пошел, а не пошел бы ты в задницу. Заходите еще. Что за... Спасибо. Пожалуйста, тише. Тише. Пожалуйста, тише. Пожалуйста, тише. Привет! Потрясно! Привет! Привет! За просроченную книгу штраф? Привет, вы Привет. Не подпишете мою петицию? Привет. За просроченную книгу штраф $40. Черт. Мне очень жаль. Хм? Прошу прощения, но этого недостаточно. Привет. Привет. За просроченную книгу штраф $40. Ты, должно быть, шутишь, придурок. Мне очень жаль. Хм? Возвращайтесь, когда у вас будут деньги. Лучше я оставлю это себе. Так, надеюсь, эта сука оценит мои усилия. Наконец-то, как раз вовремя! Простите, что опоздал. Кто-то взорвал мою машину. Сожжем эти книги!
Я определю. Как вы не уже? Нельзя просто договориться. Так, думаю, что нет. Лучше остерегаться этих придурков. Вы не могли бы подписать мою петицию? Мне очень жаль. Ты, должно быть, шутишь, придурок. Привет, вы не подпишете мою петицию? Вы не могли бы подписать мою петицию? Ни за что. Я ненавижу вас, чертовы либералы. Черт. Привет, вы не подпишете мою петицию? Мне очень жаль. Ты, должно быть, шутишь, придурок. Вы не могли бы подписать мою петицию? Ни за что. Я ненавижу вас, чертовы либералы! Черт! Мне определенно нужно еще.
Привет, вы не подпишете мою петицию? Не могли бы вы подписать мою петицию? Привет, вы не подпишете мою петицию? Вы не могли бы вы подписать мою петицию? Хорошо. По-моему, это стоящее воззвание. Привет, вы не подпишете мою петицию? Хорошо. По-моему, это стоящее воззвание. Вы не могли бы подписать мою петицию? Привет, вы не подпишете мою петицию? Хорошо. По-моему, это стоящее воззвание. Вы не могли бы подписать мою петицию? Ни за что! Я ненавижу вас, чертовы либералы! Ты должно быть шутишь, придурок! Бывало и лучше! Привет, вы не подпишете мою петицию? Я чувствую себя... Вы не могли бы подписать мою петицию? Мне очень жаль. Черт. Привет, вы не подпишете мою петицию? Вы не могли бы подписать мою петицию? Давай иди, ваши дети. Привет. Вот сюда, подпишите. Нечего здесь трусы так стоят. Привет, вы не подпишете мою петицию? Хорошо. По-моему, это стоящее воззвание. Спасибо. Я должен перестать. Вы не могли бы подписать мою петицию? Мне очень жаль. Ты должно быть шутишь, придурок. Я чувствую себя дерьмово. Привет, вы не подпишете мою петицию? Ах, как я не люблю ломку. Вы не могли бы подписать мою петицию? Оставь меня в покое. Привет, вы не подпишете мою петицию? Мне очень жаль. Черт. Вы не могли бы подписать мою петицию? Мне очень жаль. Ты должно быть шутишь, придурок. Привет, вы не подпишете мою петицию? Вы не могли бы подписать мою петицию? Ни за что. Я ненавижу вас, чертовы либералы. Черт. Привет, вы не подпишете мою петицию? Мне очень жаль. Ты должно быть шутишь, придурок. Вы не могли бы подписать мою петицию? Ни за что. Я ненавижу вас, чертовы либералы. Черт. Привет, вы не подпишете мою петицию? Мне очень жаль. Ты должно быть шутишь, придурок. Вы не могли бы подписать мою петицию? Мне очень жаль. Черт. Привет, вы не подпишете мою петицию? Оставь меня в покое. Вы не могли бы подписать мою петицию? Проваливай отсюда, придурок! Послушай, просто подпиши эту дурацкую петицию! Умри! Подпиши мою петицию, черт возьми! Послушай, просто подпиши эту дурацкую петицию! Временем! Подпиши мою петицию, черт возьми! Послушай, просто подпиши эту дурацкую петицию! Времени мало у меня, понимаешь? Привет, вы не подпишете мою петицию? Оставь меня в покое!
Вы не могли бы подписать мою петицию? Проваливай отсюда, придурок! Привет, вы не подпишете мою петицию? Мне очень жаль. Ты должно быть, что подпиши мою петицию, черт возьми. Хорошо. По-моему, это стоящее воззвание. Послушай, просто подпиши эту дурацкую петицию. Времени мало у меня, понимаешь? Мне очень жаль. Ты подпишешь эту петицию, или это придется делать выжившим членам твоей семьи? Подпиши мою петицию, черт возьми. Мне очень жаль. Ты должно подпиши эту петицию, или я пойду к тебе домой и убью твою собаку. Послушай, просто подпиши эту дурацкую петицию. Времени мало у меня, понимаешь? Хорошо. По-моему, это стоящее воззвание. Спасибо. Подпиши мою петицию, черт возьми. Мне очень жаль. Ты подпишешь эту петицию, или это придется делать выжившим членам твоей семьи? Эй! Вы не могли бы подписать мою петицию? Проваливай отсюда, придурок! Привет, вы не подпишете мою петицию? Оставь меня в покое! Вы не могли бы подписать мою петицию? Проваливай отсюда, придурок! Привет, вы не подпишете мою петицию? Оставь меня в покое! Вы не могли бы подписать мою петицию? Быстрее покупай, что ли? Да. Будет 300 долларов. Вот, возьмите. Спасибо. Отлично. Привет, вы не подпишете мою петицию? Оставь меня в покое. Вы не могли бы подписать мою петицию? Проваливай отсюда, придурок. Привет, вы не подпишете мою петицию? Оставь меня в покое. Вы не могли бы подписать мою петицию? Привет, вы не подпишете мою петицию? Вы не могли бы подписать мою петицию? Проваливай отсюда, придурок! Привет, вы не подпишете мою петицию? Оставь меня в покое! Эй! Вы не могли бы подписать мою петицию? Хорошо. По-моему, это стоящее воззвание. Спасибо. Привет, вы не подпишете мою петицию? Проваливай отсюда, придурок! Вы не могли бы подписать мою петицию? Оставь меня в покое! Привет, вы не подпишете мою петицию? Проваливай отсюда, придурок! Вы не могли бы подписать мою петицию? Оставь меня в покое! Привет, вы не подпишете мою петицию? Проваливай отсюда, придурок! Вы не могли бы подписать мою петицию? Проваливай отсюда, придурок! Эй, идиот! Привет, вы не подпишете мою петицию? Оставь меня в покое! Вы не могли бы подписать мою петицию? Проваливай отсюда, придурок! Привет, вы не подпишете мою петицию? Оставь меня в покое! Вы не могли бы подписать мою петицию? Проваливай отсюда, придурок! Привет, вы не подпишете мою петицию? Вы не могли бы подписать мою петицию? Оставь меня в покое! Привет! Залегче! Привет, вы не подпишете мою петицию? Проваливай отсюда, придурок! Thank you.
не могли бы подписать мою петицию? Оставь меня в покое! Смотри по сторонам! Привет, вы не подпишете мою петицию? Проваливай отсюда, придурок! Вы не могли бы подписать мою петицию? Оставь меня в покое! Вы не могли бы подписать мою петицию? Мне очень жаль. Ты должно быть... Послушай, просто подпиши эту дурацкую петицию! Времени мало у меня, понимаешь? Хорошо. По-моему, это стоит... Готово. Смотри по сторонам. Прохожу насквозь. Я могу? Извините, но вам придется встать в очередь. Привет. Привет. Это будет $100. Он убийца. Что? Взять его! Что? Буду стрелять. Привет. Привет. Это будет $100. Прошу прощения, но этого недостаточно. Ой.
Вот всегда мне не хватает денег. Что? Эй, идиот! Привет! Угу, довольно близко. Бежать, сукины дети! Это полиция! Выдайте бывшего ребенка актера, у нас есть ордер на его арест. Возвращайтесь своим пончиком, я никуда не пойду. Вы настроены серьезно, выдайте Гарри, и никто не пострадает. Лейтенант Гроссман пытался предупредить нас. Я никуда не пойду отсюда. Эй, смотри, куда прет. О, нет. Я этого не видела. Пожалуйста, да, если не хотите подобного. Вижу подозреваемого. Бросай! Это не нравится! Бросай оружие, или я буду стрелять. Брось оружие под дом! Пощади меня! У меня же дети! Стой на месте! Подозреваемого! Пощади меня! У меня же дети! Стой, или я буду стрелять! Обнаружен подозреваемый. Стой на месте! Привет.
это будет 100 баксов. Прошу прощения, но этого недостаточно. Привет. Привет. Вот так-то. Ты арестован. Стоять! Убирайся отсюда, наркоман. Стой или буду стрелять. Эй. Бросай оружие! Будет детей. Мне определенно нужно еще. О, эта штука хорошо действует.
он убийца! Что тебе здесь нужно? Эй, Гарри, ты потрясающий! Да, ты крут! Убирайся! Отлично! У тебя чё, крыша съехала? Следующий! Привет! Я всё сняла на плёнку! Вот, держи! Превосходно! Чё за... Следующий! Отлично. Убирайся отсюда, свинья! Следующий! Привет! Как вы еще раз эту реплику провели? Спасибо, теперь можешь идти. Эй! А мамочки, чего? Прохожу насквозь. У тебя что, крыша съехала? Привет! Это для моей мамы. Да, ты крут, убирайся! Спасибо. Здорово! Вы не подражаете. Вот, держи! Превосходно! Следующий! Привет! Скажи еще раз эту реплику провели! Да, ты крут! Убирайся! Отлично! Привет! Здрасте, мистер Холман. Мне очень понравилось. Правда, в жизни. Ты все еще здесь? Это для моей мамы. Клянусь. Да, конечно. Если я увижу, что ты продаешь его на eBay, я приду к тебе в дом и надеру твою костлявую задницу. Довольно близко. Бежать, сукины дети! Это полиция! Выдайте бывшего ребенка актера, у нас есть ордер на его арест. Возвращайтесь своим пончиком, я никуда не пойду. Мы настроены серьезно, выдайте Гарри, и никто не пострадает. Лейтенант Гроссман пытался предупредить нас. Я никуда не пойду отсюда. Чё, разве не знаешь, кто я такой? Ah!
Боже, как больно! С дороги! Я буду стрелять! Уйдите из-под... С дороги! Я буду стрелять! Стой, или я буду стрелять! Я обнаружила подозреваемого. Прохожу насквозь. Обнаружил подозреваемого. У тебя что, крыша съехала? Здорово! Я люблю тебя, Вэбс. Что, разве не Смотри по сторонам! Привет! Привет! Это тот самый! Здрасте, мистер Холман. Мне очень понравилось. Правда, в жизни. Спасибо, теперь можешь идти. Мне определенно, ну. Это для моей мамы. Клянусь. Да, конечно. Если я увижу, что ты продаешь его на eBay, я приду к тебе в дом и надеру твою костлявую задницу. Сукины дети. Это полиция! Выдайте бывшего ребенка актера, у нас есть ордер на его арест. Возвращайтесь к своим пончикам, я никуда не пойду. Мы настроены серьезно, выдайте Гарри, и никто не пострадает. Лейтенант Гроссман пытался предупредить. Я никуда не пойду отсюда. Эй, Йор! Ты разве только что не сохранялся? Я буду стрелять! Бросай оружие, или я буду стрелять!
Сегодня день окончания. Так, и что у нас там такое? Стой, или я буду стрелять! Брось оружие! Вот так.
что тебе нужно здесь? Интересно, скажет ли он эту фразу из Виллиса? Может быть, если я попрошу... Помню, мне определенно нужно еще так. Хорошо действует. Привет. 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 Еще что-нибудь? Да. Это будет 5 баксов. Привет. Я могу вам что-нибудь помочь? Я возьму несколько. Давай, сражайся как мужчина! Так мне уже лучше. Следующий. Что?
Извините, но вам придется встать в очередь. Легче. Да пошел. Черт! Я ранен! Благослови меня, отче. Я сильно согрешил. Очень сильно. Не, я не шучу. Я большой грешник. Да. Вы положили приношение в ящик? Да. Тогда вы прощены, сын мой. Следующий. Спасибо. Довольно близко. Пришло время идти домой. О чем это ты? Если бы это касалось твоей задницы, приятель, ты бы знал. Приятель, хули ты сюда лезешь? Черт побери! Мы захватим эту землю во имя Аллаха. Что же, приготовьтесь к смерти неверные. Поднимайтесь, мои мирные собратья. Пришло время пересмотреть библейские заповеди. Как бы вам понравилось, если бы вас вырвать сможете? Я этого не видела. Брось оружие, подонок! Я предоставляю всем... Засунуть кишки! Что тебе суждено умереть сегодня? Сюрприз! Эта штука хорошо действует. И еще.
И не толпитесь, у меня пуль на всех не хватит. Вы, вероятно, думаете, что я не очень хорош. Еще один. А мне определенно нужно еще. Штука хорошо действует. Получил автограф Гарри Колмана? Я думаю, получить на eBay за него целое состояние. Точно целое состояние. Скажи, а разве такие штуки не становятся более ценными, когда человек помрет? Да? А что? Ничего, могу я поработать на твоем компьютере?
Раз уж я все равно буду поблизости, надо бы поздравить старика. Так, посмотрим. Похоже, мне придется идти вот сюда. А, день выборов. Система может и порочна, но я все равно пойду. Это мой долг. И рождественская елка. Опять тащить эту пожароопасную штуку в свой дом. Так, и где это? Я думаю, мне нужно приниматься за дело.